рад. У тебя есть для меня за... Мои... Смерть одного может принести богатство. Торопить не буду. Что предложишь сегодня? Береги себя там! И... Увидим! Эй, Эйвор!
моя свинья. Смотри-ка, а на монете изображена Лондонская арена. Пиво! Вон там! А, это мысль! Здесь бочек все же нет. Christi fidelium explentes. Qui sinistra tristis terram atque. Illuc vagabantur incerti sunt dies et noctes. In terra quorum domino quia multis eos. Where is it? Where is min rotaken? Luftrichten! It shall mean... Thank you.
Зачем здесь? Стрелять или смотреть? Вы ищете умелых лучников. Вот я и пришел. Приглашение есть? Без него нельзя. Твои люди раздают эти монеты направо и налево. Теперь пустишь? Теперь не прогоню. Но чтобы попасть на состязание, покажи, что умеешь. Хочешь немного поупражняться? У меня нет времени. Может, позже? Тогда чего пришел? Вижу, мишени все еще стоят. Принес монету. Ты об этой монете? Хочешь немного поупражняться? Мне не нужно упражняться. Начнем. Надо же, какой пыл. Готовься. Правила простые. Попасть во все цели, пока не вышло время. У нас новый участник. Северянин из самой Мерсии. А это наш лучший стрелок. Сайер. Так, прицелиться. Крюки готовы. Целься. Пли. Давно такого не видела. Отлично! Ты заслужил место среди бойцов стрелы. Вам нужно встретиться. Иди к Триумфальной арке и поговори с Хуссой. Скажи ему, да направит нас отец понимание. Так он поймет, кто ты.
ты Хуса? Да. А ты кто? Да направит нас Отец Понимания. И да придаст нам сил Мать Мудрости. Стань вон туда. Подготовься к приходу стрелы и стой смирно. Друзья, братья, жители Люндона, всем нам пришлось нелегко. Коварные чужеземцы пробрались в дом наместника и лишили его жизни. Тригер, мой друг, мой правитель, его жестоко... Враги! Наши враги! Кто поведет нас теперь? Его ривы? Эти глупцы не смогли спасти Триггера! Они не знают, в отличие от Триггера. Свои замыслы! Он хотел защитить Люнден! Пьяницы, данные из Нортумбрии, наводнили север! Альфред из Уэссекса собирает войска на юге. Поэтому Триггер сказал мне: «Август, нам нужны сильные границы и сильное войско. Сегодня я исполню его волю. Представляю вам, жители Люндона, новое войско лучников. Эти искусные стрелки станут у наших спрингалдов. Они отразят нападение с суши и с моря. Более того, пока не утихнет буря, я займу место Триггера и возглавлю этот славный город. Я не смогу заменить его. Триггер был крепче скал. Но я попытаюсь. Точно стрела. Я укажу вам верный путь вперед! Найдутся те, кто будет против. Те, кто хочет очернить меня. Те, кто желает видеть Люнден слабым. Не слушайте их, друзья. Я служу Люндену и всем вам. Люнден – процветающий город. И это процветание мы принесем всей Британии. Скажем «нет» ложным королям. Путь традиции – вот истинный путь.
Люндона! Люндон наш! И Британия! И весь мир! Да придут порядок и истина! Шаве, Дейр! Шлакнату, Эйги! Алтеве! Алтеве! Over the dome! Трейпан! Вера, Дреганна! Афрам! Афрам! Из городских крыс не просто воспитать настоящих воинов. Крюк! Ты их не воспитал. Ими движет только страх перед тобой. Натянуть! Первый залп! Нет, я дал им порядок. Я дал им цель. Показал им их общего врага. Закрепить тетиву! Второй залп! Я был стрелой для их гнева. Если нет врага, мы начинаем пожирать самих себя. Это правда. Тот, у кого нет врага, сокрушит сам себя. Мне не нужны оправдания труса и убийцы короля. Оставь высокомерие. Ты бы поступил так же. Целься! Стреляй! Oh!